Знаете, Наташа прекрасный человек, кумир нации, самая красивая, женщина года, продюсер года, певица года и просто народная артистка Украины. Наташ, я все правильно говорю? Ты сказала, что я самая красивая? Ну, конечно. Да, тогда еще скажи, что трудолюбивая очень, давай. Ага, хорошо. Давай. А какая она трудолюбивая, сколько в ней энергии, она и песни пишет, и клипы снимает, и продюсирует, и танцует, и в проектах на ТВ участвует. Иногда создается впечатление, что она везде. О! А проект один в один, там, где она перевоплощалась, то в Серова, в Адель, то в Боба Марли. Создается такое впечатление, что она может перевоплотиться в кого угодно. Для меня вообще это не проблема. Ее карьера – это настоящий образец для подражания. Насколько вовремя выпущены песни и альбомы, прекрасные клипы, участие во всевозможных проектах. Вот единственное, чего я не понимаю – зачем было танцевать с Владом Ямой? Неужели нельзя было выбрать более талантливого танцора? Ой, Влад, здравствуй! Мы все тебя очень любим и уважаем!